У нас в гостях Алексей Цыпцын. Алексей представляет компанию «Ирсетские просторы». Алексей, расскажите, пожалуйста, что это за компания такая и из какой продукции вы представлены на выставке «Протэкспо»? Добрый день. Ну, мы представляем компанию «Ирсетские просторы». Находимся мы в Республике Мордовия. Занимаемся непосредственно выращиванием экологически чистой сои и производством из нее продуктов питания. Это соевое молоко, соевый сыр. Продукт достаточно интересен на нашем рынке, уникален. Основные поставщики данного продукта – это все-таки азиатские страны. Но вот мы наладили свое производство и стараемся занять нишу на российском рынке. В чем уникальность вашей продукции? Уникальность состоит в том, что продукция выращена на собственных полях экологически чистым способом, без удобрений, без гербицидов, без пестицидов. То есть непосредственно это продукция, которая био для ведущих здоровый образ жизни людей. Алексей, а какие задачи перед собой вы ставите на выставке «Продэкспо» и цели? Ну, в первую очередь, хотелось бы познакомиться с потенциальными контрагентами, посмотреть на возможных конкурентов, если они есть на рынке. Ну и хотелось бы донести в народные массы сам посыл здорового образа жизни и потребления нашей здоровой продукции. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи. До свидания.